Здравствуйте, друзья! В 1990 году мы с женой и 11-летней дочерью переехали из Москвы в Калифорнию, в Кремниевую долину. Было у нас с собой $450 и по два чемодана. В Америке мы прошли путь от нищеты до финансовой состоятельности, работая поначалу инженерами, а потом уже и в собственном бизнесе. На нашем канале вы узнаете об Америке от людей, которые приехали четверть века назад. На ваши вопросы ответят опытные американские миграционные адвокаты, владельцы бизнеса, состоявшиеся профессионалы. Здесь вы встретите людей, которые проходят иммиграцию прямо сейчас, услышите их истории. Мы сделали 6000 видео за 5 лет и сделаем еще. Подписывайтесь и устраивайтесь поудобнее.